Так, 10 сентября 2021 год, Харьков. 19:44 по Киеву. В Харькове дубль второй, первый оборвался внезапно. И, наверное, вынужден я буду сейчас переключиться с молодой Луны на Венеру, пока она не исчезла. Так, сейчас она 7 угловых градусов правее. Ну вот она. Сейчас Венера на нотном стане. 155 миллионов километров до нее. На 1 миллион километров меньше, чем вчера. Не знаю, кому поможет это сокращение расстояния или эта информация, но почему бы не поделиться тем, что знаешь? Хорошо. Увеличиваем выдержку, светочувствительность. Ну, вот так уже безопасно, наверное, в окнах ничего не видно. Вот наша красавица Луна и Венера садится за крышу. Хорошо, поехали на Сатурн и на Юпитер. Ну вот, кстати, оно не видно, наверное, в одном кадре. В окуляре вижу, вам видно не будет. Ну вот, будет отдельно. Сатурн. До него 1 миллиард 369 миллионов километров. Больше месяца назад было противостояние Сатурна. Сатурн был на одной линии с Землей и Солнцем 2 августа 2021 года. Было расстояние 1 миллиард 300. Миллионов километров. Что ж такое, резко изгуляет, а? Ну, пошли к Юпитеру. Вчера у нас был Юпитер всего с 2 галилеевыми спутниками. Ио и Европа. Сегодня уже дело нормализовалось. Все 4 присутствуют. Слева должны быть 2 очень рядом. Сейчас посмотрим. Так, самый правый — это у нас Европа, спутник. Потом идет
Ой, господи, по-моему, ё-ма. Ну вот слева у нас сейчас должен быть спаренный. А, вон они спаренные есть. Каллисто и Ганимед. Ну, Ганимед, очевидно, ниже. Яркий, очень крупный спутник, самый крупный спутник Солнечной системы. Размером с Марс чуть-чуть меньше. Ну и Каллисто маленький над ним. Шестьсот 10 миллионов километров до Юпитера. Каждый день по 1 000 000 километров. Ох ты! Ну уже Венера прячется. Ну вот, справа в нижнем углу кадра это Венера, а слева в верхнем углу это месяц. Молодая луна, молодой месяц. Да, но все равно уже слишком низко над горизонтом. Желаемой резкости не получим. Так, что у нас? У нас 10 сентября 2021 год. Харьков 19:52 по Киеву. Дубль второй.